Вот что вы должны знать обо мне. Я обеспечиваю весьма необычный вид безопасности. Безопасность в подсознании. То есть во сне? Фильм режиссера «Темного рыцаря» Кристофера Нолана. Мистер Коб желает обсудить работу, которую хочет вам предложить. Работа обычная? Не совсем. Мы создаем мир снов. Приводим туда человека, и он наполняет этот мир своими тайнами. Затем вы находите их и крадете? Ну, дело, конечно, не совсем легальное. Этот прием мы называем «начало». Я готов. Кажется, я нашел выход. И это последнее задание. Шанс им воспользоваться. Леонардо Ди Каприо. Сны более чем реальны, когда мы в них находимся. И только проснувшись, осознаем, насколько они необычны. Ваше сознание. Ответственность была на тебе. Ты не готов. Может стать местом преступления. Сон рушится. Все под контролем. Что же тогда было бы без него? Начало. Не надо с ним церемониться, малыш. Скоро на экранах. Что ты с ним сделаешь? Заставлю его трудиться на благо общества. А нельзя его отпустить? Этой штуке придется приспособиться. Надевайте маски. Как и всем нам. Этот мир прекрасен, но сейчас он говорит нам, что пора уходить. Поколение твоей дочери станет последним на Земле. Ты был нашим лучшим пилотом. Действуй и спаси их. Все готовы попрощаться с нашей Солнечной системой? С нашей галактикой. Поехали. Мы на месте. Мы же хотим спуститься побыстрее. Мы хотим спуститься живыми. Держитесь. Это наша миссия. Плана не сработает, если люди на Земле вымрут, пока мы его выполняем. Наши мозги привели нас сюда, дальше, чем кого-либо в истории. Но этого недостаточно. Чего вы ждете? Там, у тех скал! Это не скалы. Это волны. Я не успею! Нет, успеешь. Ты успеешь! Тебе придется выбирать между желанием увидеть своих детей и будущим человеческой расы. Мы найдем выход, профессор. Мы всегда его находили. Можете его описать? Нет. Он состоял из углерода?
Я не знаю. Он общался с вами? Скорее реагировал. Вы понимаете, что это? Ваш муж связывался с вами во время отъезда? Нет. Он сам принял решение? Зачем моему мужу идти на самоубийство? Расскажите о нем, что он делал. Я выясню, что там. Я могла спасти его. Убийство. Я здесь, что у нас? Двойное убийство. Мужчина и женщина. Убийца мужчина, белый, 40 лет. Пусть оцепят периметр и ждут нас. Вы арестованы за будущее убийство Сары Маркс. Где его главный убор? Будущее можно увидеть. Никаких доказательств, кроме этих картинок. Мы видим то, что видят они. Ни одного убийства за 6 лет. Система работает, она идеально, согласен. Убийство можно предотвратить. Скажите, что именно вы ищете? Недостатки. Ложные результаты были? Мы берем под арест тех, кто не нарушал закон, но нарушит. Предотвращение преступления не меняет того факта, что вы собирались совершить. Система не ошибается. Беги! Стой! Вы что-то сказали, шеф? Нет. У вас большие проблемы, Джон. У меня в кармане есть ордер на убийство. Не пробуй сбежать. Не пробуй меня догнать. Adventist Century Fox. Он меня подставил. Он меня подставил. И DreamWorks Pictures. Кто жертва? Я его даже не знаю. А должен его убить через 36 часов. Он придет за мир. Том Круз. Мне нужна твоя помощь. Ты содержишь информацию, которая мне нужна. В фильме Стивена Спилберга. Я должен знать, должен выяснить, что произошло. Скажи мне, кто все это подстроил? Я не знаю. А если так? 21 июня. Пора бежать. Я люблю тебя. Нет, Джон! Особое мнение. Фильм «Призерки» на фестивале Санденс и Трайбека. Сэм Белл, Земле. На базе полный порядок. Конец связи. Все чики-пики, боже храни Америку. Луна, горнодобывающая база Сарен, команда «Один человек», продолжительность контракта 3 года. Доброе утро, Сэм. Постричь тебя. Lunar Industries по-прежнему остается ведущим поставщиком экологически чистой энергии в мире, благодаря прилежному труду таких сотрудников, как вы. Папочка, астронавт. 3 года – огромный пробел. Я знаю, что тебе одиноко, но очень тобой горжусь. Осталось 2 недели, Сэм. 2 недели, дружище, что не дождусь? Кажется, у нас проблемы. Схожу, проверю. Хорошо, Сэм. Саренко. Потрясающе. Ради такого не жаль отстоять очередь. Нашел его снаружи. Кто это? Говори, кто это такой? Возможно, это игра твоего воображения. Умное кино не для всех. Что происходит? Откуда взялся? И почему выглядит как я? Жемчужина жанра научной фантастики. Ты слишком долго здесь торчал. Шарики за ролики зашли. 2 недели. Сэм Роквелл превзошел сам себя. Я не понимаю, что происходит. Я схожу с ума. Я хочу домой. Знаю. Луна 2112.
Доброе утро. Сегодня мы поговорим о языках романской группы. С нами не поделитесь? Пока нет никаких признаков первого контакта. Высота этих объектов не менее 4.5 метров. Мама, что теперь будет? Я не знаю. Аналогичные объекты приземляются по всему миру. Доктор Бэнкс, я полковник Джи Ти Вебер. Все говорят, что вы лучшие по части переводов. Мне нужно, чтобы вы кое-что перевели. Так это... Не все способны выдержать такое напряжение. Вы давно не попадали в стрессовую ситуацию? Сейчас считается. Ответы нужны нам как можно скорее. Чего они хотят? Откуда они? Вы готовы? Я... Черт, это все на самом деле. А сейчас что происходит? Они прибывают. Господи боже. Сколько их? Всего 12. У нашего мира нет единого лидера. Бессмысленно разговаривать с одним из нас. Как нам понять их намерения? Я должна вернуться туда. Думаю, вы осознаете, что это крайне рискованно. Они пытаются представиться. Работают все до единого. Мне кажется, что бы ни случилось, все сводится к нам двоим. Я знаю, что это. Что это значит? Предложите оружие. Мне не нужен переводчик, чтобы это понять. Мы не знаем, существует ли для них разница между оружием и орудием. Китайцы угрожают уничтожить их корабль. В ответ Корея и Франция сделают то же самое. Возможно, мы в шаге от глобальной войны. Нужно связаться с другими зонами. Мы должны работать вместе. У нас 15 часов до того, как все рухнет. Тебе снятся сны на их языке? Я знаю, зачем они здесь. Какого черта она делает? Доверьтесь мне! Прибытие. С того самого дня, когда проект «Блуждающая земля» был инициирован. Салют! Назад пути нет. Человечество вынуждено отправить вас вперед. Земля упустила свой последний шанс на спасение. Из-за всплеска гравитации Юпитера осталось 37 часов 4 минуты 12 секунд до столкновения Земли с Юпитером. Это было заранее обречено на провал. Сос! Не могу оставаться в воздухе. Атмосферное давление падает. Похоже, теперь мы остались одни. По мотивам рассказа Лю Цусыня, ни один земной двигатель не отключался последние 30 лет. Это не просто спасательная миссия. Многие люди умрут. Предупреждение. Система земных двигателей отказывает. В общей сложности 121 комплекс. Поправка. 1112. Поправка. 3319. Поправка. 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 Главной роли Вуджинг. Ради наших детей. Нам есть что терять. Тебя отдадут под военный трибунал. Ты что, с ума сошел? Это же две кибикадзе. Да, больше никаких смертей. 3.5 миллиарда жизней на Земле. Моя жена и ребенок. И все смерти впустую. Фильм «Франта Гво». Подумай как следует. Это наш единственный шанс отправиться домой. Быстрее. Я думал, что дом позади нас. Теперь я понял. Дом впереди. Держись там крепче. Да иди ты. Независимо от исхода для истории человечества, мы решили выбрать надежду. Блуждающая земля. Удачи, земле. Я была такой же, как вы. Доверчивой, легкомысленной и беззащитной. Но все изменилось 12 часов назад. Я не имею к этому отношения. Я ничего не знаю. Пожалуйста, отпустите меня. Умоляю.
вас в животе ценный груз. Теперь вы наш курьер. Соблюдайте правила, и никто не пострадает. Ты не в моем вкусе. Люди используют лишь 10% своего мозга. Но... Только представьте, если бы нам были доступны все 100%. Кем мы могли бы стать? Алло. Профессор Норман. Я просмотрела ваше исследование. Немного поверхностно, но вы на верном пути. Благодарю. У меня открылись невероятные способности. Обострились чувства. Я могу управлять материей. Поразительно. Нам нужно встретиться. Поверьте мне. Препарат активизировал новые области мозга. Она особенная. Мы должны защитить ее. Мне пора идти. Мисс, не двигайтесь. Пожалуйста, поднимите руки. Ее потенциал растет с каждой минутой. Что будет, когда она доберется до 100%? Даже не представляю. Но она ключ ко всей вселенной. Люси. Я поведу. Нет, 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 стой! Это полицейская машина! Пожалуйста, внимание! Проходите через внутренний двор прямо к главным казармам. Сотовые телефоны и камеры оставьте здесь. Хелен, очень важно, что вы стали частью этой команды. Не бойтесь. Не бояться чего? Я задам вам ряд контрольных вопросов. Вы сейчас... Сидите? Да. Вы чувствуете боль? Мое тело чувствует. Вы излечиваетесь? Мое тело излечивается. Генерал хочет видеть вас в конференц-зале. Говорит это срочно. Известно ли вам о готовящейся атаке на планету Земля? Повторяю вопрос. Чувствуете это? Чувствую что? Вы должны меня отпустить. Двенадцатое декабря. Это... День, когда остановилась Земля. Все, что у меня есть для тебя, слово. Довод. Оно откроет правильные двери. И неправильные тоже. Используй его осторожно. Чтобы делать свою работу, нужно понимать, с какой угрозой мы столкнемся. Насколько я понимаю, мы пытаемся предотвратить Третью мировую. Что-то не похоже на Армагеддон. Нет. Намного хуже. Как я понимаю, тебя интересует некий русский. Зачем я здесь? Ты правда хочешь знать? Он взаимодействует с будущим. Путешествие во времени? Нет. Инверсия. Целься и спускай курок. Ты не стреляешь. Ты ловишь пулю. Ого. Я видел достаточно. Ну, мы только начали.
Твой долг выходит за рамки национальных интересов. Речь идет о выживании. Звучит дерзко. Я думал, ты скажешь безумно. Тут наши миры сталкиваются. Как бы ты хотел умереть? От старости. Не ту профессию ты выбрал. Что здесь произошло? Еще не произошло. В будущем есть люди, которым нужны мы. Которым нужен довод. Ты должен спасти их здесь и сейчас. Это обратное течение времени. Разве то, что мы здесь, не значит, что ничего не произошло? Хочешь взорвать самолет? Не в воздухе же, не драматизируй. А самолет большой? А вот это немного драматично.